was smiling, was as blooming in her cheeks. In a quiet kind of litany, she accepted some defeat. And then she thrilled into the arms of disgrace and then repelled. Now she's fallen to her knees, which you couldn't ever tell. And then she asked me how we got. Я влюбился в первый раз. О, вот так сразу сходу. В детском саду. Не знаю, в школе когда-то было. Это трудно вспомнить. Ну, в школе, наверное, где-то класс 8-9, наверное, так вот такое, что запомнилось. Влюбился впервые? Не знаю. Я не помню. Я родился, я не помню этого момента. Родился, наверное, влюбился. Я желаю, чтобы влюбленных было гораздо больше, чтобы все были счастливы, жили в мире, в согласии и нарожали много детей. Доверять друг другу, уступать друг другу, быть верным. Потому что любовь, понимаешь, она сегодня есть, завтра может ее и не быть, она проходит, это чувствуется. А быть верным, терпеливым, это очень важно. До первой мировой войны любили по первому числу. После Второй мировой войны стали уже по второму числу. А в нынешнее время любят, как любят, как придется. Хочу пожелать нашему театру и всем-всем-всем друзьям любви, здоровья. И вот чтобы такой солнечный день, когда солнышко светит, чтобы в жизни у всех все время светило солнце. С любовью! Вам внезапно признаются в любви, вашему скамейке. Обнимите любимого человека! Любимого. Всех любимых обнимаю. Да. Я хочу пожелать только здоровья, счастья в личной жизни, любви на долгие-долгие годы, до глубокой-глубокой старости и улыбок на лице, постоянных улыбок. Всегда. И любовь. И любовь ко всем. И к людям, и к семье, и к работе, и к театру. А рецепт любви – это работа в театре. В театре все молодые и все влюбленные. Не любя театр, невозможно работать.